Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» совершил первый в истории полет в космос за рекордные 108 минут. Началась космическая эра человечества. Госкорпорация «Роскосмос», созданная для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России, объявила 2016 год годом Юрия Гагарина. Для освещения юбилейных мероприятий была разработана интегрированная рекламная кампания «Гагарин, поехали!». Официальный старт юбилейных торжеств был дан российскими космонавтами с борта Международной космической станции. Как и 55 лет назад, на улицы городов вышли миллионы людей для участия в праздничном марафоне под девизом «Подними голову», во время которого в любви к космосу признавались дети и взрослые. А в небо по всей стране взмыли 108 тысяч шаров в память о первых 108 минутах космического успеха Юрия Гагарина. Я вас люблю! Всероссийская кампания охватывала все каналы коммуникации на радио и телевидении, в интернете и в печатных СМИ, на центральных улицах и площадях крупнейших городов. Программа также включала специальные проекты на космодромах «Восточный» и «Байконур» и в Государственном Кремлевском дворце. Самым ярким моментом масштабной кампании стал триумф российской космонавтики 21 века — первый пуск ракеты-носителя «Союз» с новейшего космодрома «Восточный», первого гражданского космодрома России, за которым в прямом эфире наблюдали миллионы зрителей у экранов телевизоров и на улицах городов, где были установлены специальные экраны. Россия чтит традиции и с уверенностью смотрит в будущее. Просто подними голову!